Всем привет! Вы на канале GameDub. Это сервак Chronos Portal. Продолжаем тестировать на ОБТ классы. Сейчас мы посмотрим на скиллы гладиатора. По сути, это самый обыкновенный гладиатор. Почти такой же, как и в обычной линейке. Изначально я думал немножко хайпануть и назвать своего гладиатора Даниэль Дефо. Но потом в процессе создания героя я понял, что это полный зашквар. И я так героя своего и назвал. Так, ладно, давайте смотреть на его скиллы. Ага, я забыл сказать, данный класс носит легкую броню и использует, конечно же, дуалы. В обычной линейке гладиатор носит тяжелую броню. Конечно, там можно и легкую, и тяжелую одевать, но пассивка у него идет на тяжелую броню. Итак, смотрим первый скилл, называется фокусировка звука, это просто заряд. Как я понимаю, чем больше левел, тем можно иметь больше зарядов. Но на 20 левеле после получения первой профы у нас всего лишь один заряд. Есть скиллы, которые эти заряды используют, есть скиллы, которые заряды не используют. Первый удар называется тройной удар, он заряд не использует, смотрим. Бах-бах-бах. Этот скилл бьет вблизи. Так, сейчас подойдем. Третий скилл называется двойной звуковой удар. Вот, этот скилл уже заряд использует. Все, заряд использовался. Без заряда этим скиллом пользоваться нельзя. Есть одна дальняя атака, называется звуковой взрыв. Для данного скилла тоже нужно заряд иметь. Смотрим. Дальность у него 500 метров. Вот так вот. Вот так вот. Заряд. И третьим скиллом. Следующий атакующий скилл это звуковой удар. Для этого скилла тоже нужно иметь заряд. Заряжаемся, подходим. И это получается массовая атака. Это и все. Больше атакующих скиллов нету. Есть хил, который немножко подхиливает. Есть баф, который бафает все пати на скорость атаки. И есть небольшой такой баф, который использует на 12 секунд. Повышает нам скорость бега и повышает защиту от негативных заклинаний и умений. Если нам кого-то нужно догнать или повысить свою стойкость на короткий промежуток времени, тогда мы используем этот скилл. Все, активных скиллов больше нету, там только какие-то пассивные скиллы. Ну, пассивные скиллы я особо не уделяю им внимания. Они, в принципе, такие самые-самые обыкновенные. Потому, ребята, на этом все. Всем спасибо за внимание. Еще будет видео по остальным классам за людей. А на этом все. Всем пока. Бабах. Ah!